Привет, ребята! Сегодня наконец-то получилось выехать опять на свое место, где я стреляю. И сегодня хочу проверить все пульки, которые у меня есть, на пробивную способность. Вот нарезал вот такие дощечки нарезал. Ну, это не дощечки, это ДСП. Значит, толщина 16 миллиметров, ну, полторашка, грубо говоря. Две дощечки, 4 отсека, ну и, соответственно, будем пытаться в них стрелять. Долго разглагольствовать не буду, все, пошли стрелять. Итак, что получилось? Значит, первым на дистанции 5.0 GSB Heavy 1175 грамма. Такая вот, в такое входное отверстие. С обратной стороны отверстие раскрошило наполовину. Простая пуля. Вот такая вот дырка. А вторым выстрелом я делал выстрел по этой же доске, теми же самыми GSB Heavy 1175 грамма, дистанция та же, 5.0, только уже пулей с разрезанной головой. Она сразу же нанесла заметно больше урон. Вот если сравнить, с учетом того, что это ДСП, это не доска, она клеенная, прессованная. Вот так вот раскрошила, расковыряла. В принципе, бьет срезанной головой, как я уже и рассказывал в серии видео про экспансивные пули самодельные. Бьет туда же, куда стреляешь обычной пулей. Баллистика у нее практически не нарушается, но чуть-чуть, там буквально на несколько миллиметров разлет получается больше. То есть, если брать какую-нибудь картонку размером больше, чем 2 сантиметра, вполне работает, вполне замечательно дырявит. Следующий отстрел будет производиться пулями Барракуда Хантер. Вот такими вот. И предаторами, которые у меня еще немножко остались. Также будет две дырочки. Единственное, в чем отличие. Барракуда имеет вес 1,18. Ну, в принципе, это те же 1,85, 1,18. Ненамного отличаются друг от друга. Поэтому пробивная способность будет, наверное, будет такая же, как и у GSB Heavy'ков экспансивных. Посмотрим. А предаторы с пластиковым носом, которые, вес имеют 1 грамм ровно. Поэтому у них, по идее, будет и скорость выше, и, соответственно, пробивная способность выше. Ну, посмотрим. Следующий отстрел этими двумя боеприпасами.